Всем привет! Ну что, мы провели жертвы приключения. Давненько не было выпусков, поэтому давайте сегодня что-то мы посмотрим на тебе. Наконец-таки мы выберемся из этой локации и увидим всех монстров наяву. Ого, смотри, как можно отпрыгивать от этих грибищев. Так, хорошо. Отправляемся, мы, значит, с вами дальше. Тут нам нужен ящик. Это все сюда, это вот сюда. Хорошо. Хорошо. Тогда что? Сверху вниз могу запрыгнуть все-таки, да? Все-таки да. Ждем, пока эта штука полностью спустится. И успешно застреем. Ладно, нам нужно было ящик просто сюда перевинуть, поэтому все и заработало. Здесь мы скорее можем просто перескочить. И делов-то. Все вот и по... Рычаг! Там был рычаг! Кстати, там босс у нас дальше будет. Рычаг мы не использовали. Так, главное здесь не ошибиться, и мы доберемся до того, что нам нужно. Это сюда, все открыто работает. Отлично. Хорошо. Так, теперь сверху колючек нет, и уровень босс! Уровень босс, погнали, погнали, давай, вылазь, босяра, ох ты, что у меня с зубами тут случилось, наверное, будет копья пускать, и не вместо мордашки. Вот такая вот злодейская маска, о-о-о. Ой, на колючке-то его, о-о-о. Так, нет. Что такое? Что такое? Голова у тебя закружилась, да, или что? А ну давай. Оп. Оп. Да не попадешь ты, как ни старайся. Я от всех твоих стрел могу уклониться. Что? Вы видели, а что это там было такое? Ладно, зато тут кучу монет можем пособирать. Чё-то неладное, чё-то неладное. Так, ну погнали дальше. Вот у нас открылась новая локация, это завод. И здесь у нас вот такие вот железные всякие монстры. И с ними будем сражаться. И бабах, хорошо. Так. Перепрыгиваем, тут у нас какая-то сохранялочка. Ух ты, ой, смотри, тут маленький рычаг. Так, у нас тут едет колесо сверху. Нажимает на все кнопки. Отлично. У-ху, здорово. Так, теперь можно и поехать. Теперь можно и поехать, мы на месте. Так, стоп, нужно ставить лазер. Лишненько. И оп. Хорошо, кто это тут расселся у меня? Ладно. Так, новый скин, но мы его пока что не берем. Мы пропускаем. И дальше по уровням погнали. Оп, тут мы приехали. Отлично. Так. Хорошо. О, нет. Неплохо. Так, тут начинают падать эти палки, сколько всего. Сколько же тут всего? Хорошо, ой-ой, на тебе. Так. Приблизимся дальше. Ой-ой-ой, ты чё, ещё один гигант? Эх ты, как тут мне разобраться-то? Так, теперь большой уровень.
Зачем я тут был? А ну-ка. Оп. Тут ведь можно было залететь. Ну, я не знаю, надо ли мы туда нам запрыгивать, либо нет. Такс. Угу. Хорошо, ну тут надо сюда ящик, значит, забрасывать, да? Включили, и теперь этот ящик... Вот сюда, и оп! Так... Отлично! Есть! Мы разгадали на эту головоломку, и тут все прошли. Так. Так, специальная вот эта штука. И чё? А, там пропасть! Кто же мог подумать? Так. Оп. Оп. Хорошо. Ну, давай, ты будешь ехать. Не. Ой, тут нужно пропустить, все пролететь, пробежать. Вот так вот. Классно. Хорошо. Погнали. И оп. Оп. И бабах. Так, лазер, хватит стрелять, папа. Не попадешь ты по мне. Это мы пробегаем. На. На. Сразу двоих мы победили. Экс, ай. Бэмс. А, ничего себе, меня придавило этим булыжником. Обалдеть. Давай, 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 давай. Оп. Вовремя это мы. На тебе. Так, этого тоже. И лопаем. Ух ты. Хоп. Ай. Ай. Икс. Посмотрим, кто меня тут ждет. Ждет меня тут пружинки. Хорошо. Такс. Такс. Вот такс. И бац. Что здесь у нас? Нет. Оп. Оп. Нужно было не спешить. И мы бы смогли добраться. Бэмс. Опа. Так. Супер. Оп. А! Нет, осторожно. Бэм.
ну что, вот такая получилась серия, если вам понравилось, поэтому ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока-пока!